Я был 3 раза сейчас на юге, и первая поездка была в том числе в Мелитополь. И вот в этой поездке меня больше всего впечатлило тот факт или тот страх, который видишь там в глазах людей. Причем не у тех, которые не согласны с военной операцией, это, по моим оценкам, меньшинство. Именно они ругаются, ищут камеры и скажут, насколько они не согласны. А те, которые согласны, и это большинство, я вижу это на площадях, когда там сотни людей, они шепотами идут мимо солдат и говорят, спасибо, ребята, не уезжайте. Они очень боятся, и они прямо это сказали, они очень боятся, что русские уходят, и там будет расправа. То, что, в моем понимании, например, произошло в Буче, кстати.